Это человек, знающий себе цену, уверенный, что появился на свет для того, чтобы занять значительное место в обществе. Этой цели они посвящают все свои силы и способности. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Р – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Иногда владельцы этого имени даже преувеличивают собственное значение. Они не действуют по шаблону, а всегда стараются найти собственный и усовершенствованный подход к чему-либо. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. В основном обладатели этого имени склонны к эксцентричности, эгоистичности, доминированию над окружающими. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буква «Н» приносит в характер отрицательность, отрицание и сомнение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.